Я уже осип от того, что каждый день ору вам по радио. Погода слишком часто нас подставляет. Быть может, мой сигнал не проходит, не знаю. Я ни слова не понял из твоей тирады, Уиллард. Все просто супер, сэр. Подними выше, повыше. Отключи, живо! Эй, вырубай! Черт! Тебе стоит проверить участок 2. А тут что делать? Ну, взорви! Еще часть метеорита? Нет, кое-что не настолько древнее. О, нет. Билли! Не закладывай взрывчатку! Слышишь? Не закладывай взрывчатку! Пиротехники хреновые! У этих мест богатая история.
Thank you.
Thank you.
Четвертый пятому. Вы слышите? Прием. Тони Болван, я знаю, что ты там. Эй. Ау. Что? Что вам от меня нужно-то? Ничего такого. Все хорошо? Будет хорошо, если вы все умолкнете. Будет просто отлично. Но... Какие вы все? О ком вы говорите? Все вы. У вас же сотни. Вы все время трещите, аж мозг взрывается. Что ж, я не в курсе, кто вы. Но я хочу побольше узнать про артефакт Энфада. Он где-то в храме. Вуду магия, типа. Я таких моментов остерегаюсь. Нет, не Вуду. Слушай, с тобой есть кто-нибудь еще? Да, Рэнди и Рори. Рэнди и Рори? Где? Что вы здесь забыли? Они так там и торчат, в том храме. Я ведь говорил, что не надо. Предупреждал. Вряд ли им там просторно, под 5 центнерами грязи. А я? Я валю. Первым рейсом. Слишком уж долго гнил в этих джунглях. Я бы и тебе советовал, но ты не из тех, кто слушает. Даже если я скажу, что ты здесь умрешь. Да, умрешь!